Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я Вика. Сегодня у нас разбор вот этого гольфа, пловера, водолазка, платочной вязкой, мною любимой, по просьбе зрительницы. Девчонки, я вижу, что это авторская работа. Если вдруг вы знаете автора вот этой вот, я буду разбирать как бы так, как вижу я вот эту модель. Просьба была как бы о том, как сделать расчеты и как рассчитать на нужный размер. Вот, я вам покажу, как бы я считала этот джемпер, рассчитывала, чтобы он сел на фигуру. Если есть, знаете, автора этой модели, я не знаю, может, девушка продает, может, это просто она на себе сфотографировала. Но в любом случае, если знаете, откуда ноги растут и откуда эта модель, пожалуйста, пришлите мне ссылку, либо оставьте ссылку под видео, я ее потом в описании продублирую, вот, чтобы все было по правилам, чтобы была ссылочка на автора. Вот. Итак, сегодня я разбираю этот джемпер, эту водолазку платочной вязкой. Вот размеры, вернее, мерки, которые понадобятся. То есть это будет не определенный размер, а вы по вот этому видео будете считать на свой размер, если хотите связать такую вещицу. Вещица очень интересная, девчонки. Я постараюсь подробно вам сейчас рассказать и показать расчеты. Вот я вижу, кстати, смотрю на нее, плечо смещено вперед, оно, вот сама модель здесь максимально упрощена, я ее чуть-чуть улучшу, вот. Но проговаривать буду и ту простую модель, потому что я вижу, что здесь нет ростка. Я его буду как бы о ростке, мы поговорим и все я объясню. Значит, для начала, девчонки, для вот этого джемпера. Пряжа любая, какая у вас есть, спицы любые. Вот, расчет на вашу плотность вязания. Вот, сейчас я буду давать расчет как бы в сантиметрах, а вы потом это все дело пересчитаете на свою плотность вязания. То есть для начала вы считаете все, понятное дело, выкройку в сантиметрах, вы не можете считать сразу по плотности. Далее эти сантиметры просто переводите в петли по вашему образцу, по вашей плотности вязания. Итак, размеры, которые нужны. Полуобхват груди, здесь окружность груди, полуокружность груди у меня 96, полуокружность 48 сантиметра. Я мерки взяла на себя, вдруг вы соизволите, вернее, захотите подробный мастер-класс с вязанием, то я использую потом вот это вот видео, и мы свяжем. Ну, в общем, вы все знаете, все мои зрители все знают. Если хотим прям подробно, я снимаю. Сейчас у нас разбор. Полуокружность бедер 50 сантиметров. Ширина плеча 43 сантиметра. Длина изделия, полностью длина изделия 68 сантиметров. Длина рукава 58 сантиметров. Вот, исходя из вот этих мерок, вы сейчас промерите себя. Вот. Проставьте эти мерки, и сейчас мы это все дело просчитаем. Значит, с чего мы начинаем? Длина изделия. Вот она, длина изделия. 68 сантиметров. Нам нужно, так как мы вяжем отсюда, у нас поперечное вязание, мы, значит, нам нужно отсчитать длину проймы от вот этой вот части. Так, длину проймы я считаю по формуле от вас, автор формулы Ирина Шургулая. Я, кстати, уже хожу к ней, и много я почерпнула от тебя, от тебя, видите, как говорю, нет, от себя, от этого блогера, от Ирины. Значит, объем груди в сантиметрах без припусков делим на 8. Так. У нас припусков здесь никаких нет. Груди 96. Девчонки, опять буду считать вручную, потому что снимаю на телефон. Калькулятора нет, наверное, нужно купить. Это у меня 12 получается. Минус 8 и 16. Так, значит, 96. Вот, окружность груди делим на 8. У меня получилось 12. Для всех это на 8.
И к этой цифре добавляем 7. Это число 8 и 7, это для всех размеров. Это такая формула от Ирины расчета высоты проймы. Получается у меня 19 сантиметров высота проймы. То есть вот это у меня 19 сантиметров. Значит, вот эта часть от проймы вниз у меня 49 сантиметров. 49 сантиметров. Значит, первым делом, что мы делаем? Мы набираем 49 сантиметров по вашей плотности, сколько это, и вяжем платочной вязкой вот маленький аппендицитик. Он у нас будет где-то, либо мы его не вяжем, девчонки, в оригинале я его не вижу, это мой бзик. Значит, где-то сантиметра 4 я бы связала вот так вот, чтобы углубить эту пройму, и чтобы было как бы можно, девчонки, сделать вот так вот. То есть здесь добавлять по одной петле, скос сделать. Это уже на ваше усмотрение. Можно квадратненький, ничего страшного, платочная вязка, она пластичная, чтобы не заморачиваться. Либо сделать скос по одной петле добавлять, либо сделать ровно. Значит, здесь где-то 4 сантиметра. Вот это я бы сделала. Рукав чуть приспущенный. Вот. Можно, конечно, спущенный, но сидеть будет хуже. Это мы все знаем. И теперь что мы делаем? То есть здесь у меня 4 сантиметра, набрала 49 петель, через 4 сантиметра добрала те петли, которые, чтобы, то есть 19 сантиметров. В петлях вы посчитаете, сколько на вашу плотность. И вяжем ровно до горловины. Значит, если у меня, теперь у меня, мне нужно посчитать, сколько же мне вязать это плечо. То есть здесь понятно, да, набрали 49 сантиметров, связали 4, добрали на рукав. Далее вяжем ровно. Сколько вяжем ровно? Значит, ширина всего нашего изделия. Мы вяжем без припусков, без ничего. Вот смотрите, у меня грудь 96, вернее 48, полуокружность груди, полуокружность бедер 50 сантиметров. Я беру большую цифру, то есть 50 сантиметров. Все изделие у меня будет 50 сантиметров. Здесь вот 50 сантиметров. Вот, что это значит? Мы берем эти 50 сантиметров, первым делом отнимаем вот эти вот 4 и 4, так как у нас здесь 4 сантиметра и здесь 4, то я отнимаю 8 сантиметров, это получается 42 сантиметра, и это получается вот это вот наше число, 42 сантиметра. Вот смотрите, ширина плеча у меня 43, то есть как раз получается на ширину плеча оно у меня и совпадает. Платочная вязка тянется, опять же, плюс-минус 2-3 сантиметра здесь при платочной вязке, поперечном вязании никакой роли не играет. Итак, у меня цифра 42, это ширина этого изделия как бы после проймы. Теперь горловину, вот смотрим горловину, ширина горловины визуально. Вот я бы рекомендовала для маленьких размеров 16, далее 17, 18. То есть вы все-таки визуально посмотрите, как вы хотите, сколько вы хотите горловину. Давайте на этот размер у меня будет ширина горловины 16 сантиметров. Итак, 42 сантиметра минус 16, то есть от вот этой вот общей мы отнимаем вот эти 16, которые у нас уходят на горловину, и получается 38 сантиметров. Правильно? Нет, неправильно. 36. 20, нет. 32. 26 сантиметров. 26 сантиметров. Боже, считать не умею. Равно 26 сантиметров. И эти 26 сантиметров мы делим на 2, получается 13. То есть вот здесь вот 13 и здесь 13.
на горловину ушло 16 сантиметров. Посчитали, значит, теперь мы провязали вот эту пройму, добрали петли, и 13 сантиметров мы вяжем, у нас направление вязания идет вот туда, вот мы вяжем 13 сантиметров ровно. Далее мы набираем высоту горловины. Я бы сказала, вот 10 сантиметров самое оно, вот такая, чтобы стоечка получилась. Можно выше, если вы хотите отворот. Вот тут вы тоже как бы, можно ниже тоже, будет неплохо. Вот 10 сантиметров мы добрали и вяжем ровно вот это вот число 16 сантиметров. Это наша горловина. Сейчас мы вяжем спинку. Провязали 16 сантиметров, закрыли вот эти 10. Сколько там у вас будет, 20-25 петель, то же самое, закрыли, вяжем 13 сантиметров, вяжем 13 сантиметров вверх, закрыли, здесь пометки себе делайте, сколько вы добрали петель, здесь сколько набрали, столько же закрыли, сколько набрали, столько же закрыли, и 4 сантиметров делаем, либо не делаем скос, и провязываем еще 4 сантиметра и закрываем. Спинка у нас готова. Вяжем переднюю деталь. Передняя деталь у нас дублирует полностью спинку. Уже нам считать ничего не нужно абсолютно. Вот. Теперь мы для передней детали, вот у вас вот эта выкроечка будет уже с вашими как бы чиселками. Вы набираете вот это, вяжете пройму, добираете, сколько вы добирали на спинку, вяжете 13 сантиметров, набираете 10 сантиметров. Теперь внимание, теперь мы сделаем росток, лучше сядет, девчонки, его можно не делать, можно, конечно же, провязать, так как в оригинале я вижу, его там нет ростка, но мы его сделаем, и там потом сместиться, там нужно удлинять спинку. Вот как по мне, так лучше сделать вот эти вот сокращения. Теперь, допустим, если у меня здесь в 10 сантиметрах 20 петель, что я делаю? Я теперь вяжу вот таким вот образом. Я вяжу 20 петель, провязываю 2 вместе и вяжу дальше. Возвращаюсь, ничего не делаю. Далее 20 петель, 2 вместе, следующие. И поехала вязать. То есть я здесь делаю сокращение в половине, ну, в середине, в центре вязания, вместе горловины. Я провязываю по 2 петли, допустим, 5 сантиметров я это делаю, эти сокращения, потом вяжу ровно, и потом снова я эти петли добавляю. Вот. Я думаю, понятно. Тем самым у нас углубится вот эта вот горловина и примет вот такую вот форму и будет хорошо сидеть. Вот. Сделали это все дело, провязали 13, закрыли пройму, провязали 4, закрыли. Все. Можно, конечно же, это дело, это если вдруг вы захотите подробный мастер-класс, это дело все делать цельновязанным, что у нас будут эти рукава, то есть здесь вот прикреплять, привязывать это все дело, но это нужно показывать. Тут я это уже для более таких, ну, с опытом, хотя бы чуть-чуть опыта, девчонки, для это не расскажешь вот так, вот это нужно показывать, ну, это увидите, в общем, как кому непонятно, кто хочет совсем подробно и все показывать, то пишите. Вот, и теперь нам остался, девчонки, рукав. Так, что у нас по рукаву? Длина рукава 58 сантиметров, ширина, допустим, тоже, чтобы он не широкий был, 34 сантиметра, нет, 32 сантиметра. Так, итак, рукав мы вяжем тоже поперек. Что мы делаем? Вот у нас там небольшой окат в рукаве, криво Вика нарисовала, как обычно. Вот, окат, рукав. Нету там добавлений, все ровненько. Там у девушки отворот у вас образуется сам собой, платочная вязка потянется вниз. Это как пить дать, так что тут и рассчитывайте в основной детали, что оно потом уйдет вниз. И в рукаве. Значит, рукав у меня, сколько я сказала, 32 сантиметра. 32 сантиметра. Длина у меня рукава 58 сантиметров. Это
общая длина 58 сантиметров. Что мы делаем? Вот этот окат у нас, мы его хотим хотя бы сантиметров 8, да? Мы набираем 50 сантиметров, считаем, сколько в 8 сантиметрах будет петель. Допустим, у меня 16, то есть по 2 петли, и вяжем. Так, высоту 32 сантиметра, это половина у нас 16 сантиметров, то есть вот эти 32 мы делим напополам, ну то есть рукав пополам, и получается 16 сантиметров. Вот, кстати, 16 сантиметров, 16 петель. Вот за 16 сантиметров нам нужно добавить 16 петель. То есть одна петля в одном сантиметре. Это там приблизительно может быть 3 или 4 ряда. То есть раз одну петлю добавляем каждые 4 ряда. Вот. Ну, это я так приблизительно. У вас может быть и 2, и 6 рядов. Вот здесь мы делаем добавление, тем самым формируем накат, ровно 16 сантиметров. Далее вторая половина, мы делаем здесь убавление. Здесь же все вяжем ровно. Вот и все. Потом опять же мы можем сшить, закрыть петли одновременно, сшить этот рукавчик. Вот, это все нужно показывать. Ну, а по расчетам я вам все объяснила. Думаю, вам понятно, девчонки. Гольфик заслуживает внимания. Это, опять же, наша серия, наша любовь. Все просто, быстро. Вот. Чем можно упростить? Не делать вот этот скос. То есть набрать сразу полную длину. Не делать углубление. И не делать окат, это тоже возможно. Хотя оно потом плохо сядет. Ну, в общем, девчонки, такой вот разборчик. Кому мало, пишем в комментариях, свяжем. Вот. На сегодня, девчонки, все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.